Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы начинаем новую игру. Ну, бог его знает про что даже. Просто новая игра. Так, для игроков, желающих бросить вызов бездорожью. Конечно, мы желаем бросить вызов. И мы его бросим. Я уверен, даже выиграем. Ой, по ушам долбит. Что? У нее жар. Бубо? Похоже, задел бочку. Рана загноилась. Как дела, сестренка? Как глупо. Хрен утащишь. Это все. Ребенок это. Был маленький ребенок. С большим ножом. Эй, помоги мне. Давай. Маленький ребенок с большим ножом. Кошмар. Что в Америке происходит? Там толпа. Надо скорее отсюда валить. Нам нужно на крышу. Посигналь какому-нибудь вертолету. Эй, стойте, стойте, она ранена. Что с ней? Она не... Короче, она не как эти, ножом прямует. Я больше не подниму. Ладно, слушай, О'Брайен, если ее не доставить в больницу, она умрет. Но больниц больше нет. Ой, да ладно, как это нет? У вас же... Прооперируй ее где-нибудь. Выкини кого-нибудь. Я только что окончил колледж, я волонтер, меня тут и быть не должно. О'Брайен? Ладно, черт. У меня место еще только на двоих. Как это на двоих? У нас перегруз, ясно? Я могу взять двоих. Я остаюсь тогда. Ну ладно. Давай, помоги мне. Давай. Ее и вот этого хрена у стены. Ты поправишься. Я держу. Эй, я вернусь за тобой. Так, Бухарь, пошли, нам надо вертолёт. Стой, нам надо вертолёт. Я его слышал. Слышал. У него-то место на двоих. Иди. Будь с ней. Я справлюсь. С нами ведь и похуже бывало. Да, у меня микрофон не спутник. Да уж, бывало. Куда вы летите? Что? Куда летите? Лагерь беженцев на запад от трехпалого Джека. Послушай, Бухарь без меня точно пропадет. Кольцо-то вообще пипец. Волчище. Потом вернешь. Ты с нами? Нет, не могу. Блин, мне даже начало нравится этой игры. Правда, уверен, что игра будет на готику похожа. Мне придется бродить, ходить. Хрен знает где. Хрен знает как. Хрен знает с чем. Придурок. Ты да. Что сделал? Отпустил. Days gone. День хрен... Ну, days, я, по-моему, думаю, день. День по-английски. Days. Это дни. Какие-то там дни. Два года спустя. Господи, ни хрена себе. Учитывая, что зомбоапокалипсис, я выбрался из мегаполиса какого-то, а оказался где-то в лесу. Это уже удача. Большая удача. Дай-то Бог, чтобы оно все так и было. Полиция разграблена. И даже среди разграбленного есть иногда что взять. Поверьте мне. Некоторые берут только филе. Мы его потеряли. Ничего, догоним. Так, стоп, мотор выруби. Ну так еще пиво вот. Черт, она жива. Альварес. 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 Что случилось? Альварес. Скажи. Кто это был? Упокоители? Леон! Это был...
Сука ты, Леон. Вот так. Проскочил. А вы-то как припарковались красиво, твою мать. Блин, ну если брать в учет, то управление не ахти, да, действительно. Прицела нет, как я думал, может как в GTA. Но садись, мать твою. Вы удаляетесь. Я даже не знаю, где он, честно сказать. Я даже по карте не вижу, где он. И куда... А, вижу карту, все. Твою мать. Вот это оплошность. Ёб твою мать! Только догоняю и сразу в дерево, нахрен. Закон полностью никто не отменял. Ах ты, скотина! Ты попал. Вроде да. Эй, стой, стой! Он бросил байк. И чё теперь? Он где-то здесь? Ну, слава богу, я догнал, хотя бы какая-то полумиссия выполнил. Потому что миссия это не миссия, а полумиссия это вполне согласна. Прикрой, сейчас будет. Ну. Туда пошел. Окей, да? Хорошо. Блин, я аж подорвался сам. Хотел уже реально идти. Так, Е продолжить. Чтобы задействовать взгляд следопыта, нажмите так. Взгляд следопыта позволяет обнаружить следы и другие информации об окружающих предметах. Куда он делся? Тут ничего нет, кроме фриков. Может, я ошибся? Может, он не с Коуплендом спелся? Нет. Леон давно толкает краденое Коупленду. Вот оно. Понятно, так, ага, стой, я вот стой. Вижу уже. Ладно, сейчас глянь. Давай, как следопыт. Следи, бля. Прошу прощения. Стоп, стоп. Вот. Пошли сюда. Следы свежие. Слышь, а ты где вообще научился следы-то читать? Ну так-то, кстати, неплохо, да. Действительно. Мелкий. Часами выслеживали. Действительно неплохо, да. Ассасин еще мог бы поспорить, кстати, с этой игрой. Ассасин 3. Или Ассасин Блак, хрен пойми кто. Так, в меня попали. Ладно, это не критично. По сюжету, как я понимаю. Ах ты. Твою мать, а где оружие? Вы охренели, что ли? Я не понимаю ни хрена. Подожди, где оружие? Я что, не могу за себя постоять? Ёб твою мать!
живой там? Да, да. Да пошел ты нахер! Это если ты меня просто спрашиваешь, то это смысла нет. Сын. Да нормально все. Он направляется вниз, водопадом. Он потерял много крови. Далеко не уйдет. Что это он много потерял? Ну только это нам ничего не дает. Истечь кровью? Да уж, это жуткая смерть. Медленная, мучительная. Но тебе ли об этом не знать? Да, Лёнка? Она еще дышала, когда мы ее нашли. Не хватало еще тратить на нее патроны. Не-не, притормози, притормози. Где тайник? Твою мать, пиво кончилось. Скажи. Балтика тройка. Обещаю не пожалеть для тебя пулю. Ну, кстати, тоже это хорошо. И так недолго мучиться. Видишь ли, тут небольшая проблемка. Они чуют запах крови. Прямо аж оттуда. Интересно, каково это, а? Рвут на части. Ой. Ой-ой-ой. Скоро он это узнает. Пошел ты. Прощай, Леон. Нет, стойте. Ладно, ладно, не надо. Я все отдам. Берите. Где? На кладбище. На старом кладбище. Спасибо. Ты обещал! Давай. Господи. Хреновое решение, конечно, но тем не менее, решение. Давай. Блин, я аж сам это... Давай. В напряжении. Лживая ты, паскуда. Давай. Облегчить ему смерть. Убийца. Ну, обещал. Обещание сдержал. Ладно, все. Ой, противно, конечно. Ну что ж. Такер захочет доказательств. Ты поступил правильно. Нельзя бросать людей на съедение фрикам. Даже такие гнид, как Леон. На съедение фрикам. Пока у меня оружие не высвечивается. Так. Подожди. Я хочу пошариться в этом лагере. Может, найду чем забинтовать. Какую-то хероту взял. Так, ладно. На что-то сгодится. Пистолет. Вот тут расхреначили. Бля. Покидайте район. Ага, понятненько. Игрушка для меня новая, конечно. Это, я как понимаю, надо для одиноких людей игрушка рассчитана. Мы сегодня пойдем на охоту, принесем что-нибудь так. Потому что для семейных, извините, ну тут и гости, и люди, и все ходят. Но только чтоб не шарахаться всю ночь. Поэтому, ну, я думаю, да, для одиноких людей игрушка. И, кстати, у которых работа, да, не... Блин, я уже по 12 часов работать. Давайте, смотрим. Сейчас что-нибудь сдерем с его байка. Нет, мать твоя. Ах ты, сволочь. Пробил. Значит, бензобак. Бензонасос. Сука, Леон прострелил мне бензонасос. Глянь, есть чего взять с его байка? Не, хлам. Короче,
Давай вернемся на гору Улири. Там заночуем, найдем насос и вернемся сюда. А мы сможем доехать-то? Нет. У меня идея получше. Насос поищем прямо тут. Чего? Ну. Автозапчасти Крейзи Уиллис. Туда и поедем. О, нет. Все равно мы вылезли за припасами. Чего бы там не посмотреть. Ну чё, ладно. Господи, на одном байке. Погоня с Альяном. Что там Леон тебя сучил? Ну это вроде как карта. Как заберем мой байк, надо съездить на кладбище, поглядеть там. Ага. Ну хорошо. Завтра берем препараты. Вроде как симпатично, но пипец. А напоминает начало 90-х годов. Мрак, темнота и... Не важно. Все равно будет лучше. Серость. Да, начало 90-х, этот по-любому. Когда краски ушли из жизни. Даже вот тот хер, который там стоял на машине, погоди, не впечатляет. Поехать. Осторожно! Я такое уже видел пару дней назад. Грузовик поперек дороги. Упокоители поставили. Помоги-ка сдвинуть. Продолжаем. Твою мать, не туда. Так, некоторые машины можно сдвинуть, чтобы освободить или наоборот загородить проход. Чтобы сдвинуть машину, нажмите Е. Так, продолжить. Стоп. Ага. Okay. Давай. Скидывай его нахер. Что, проблемы, типа? Давай, вали его, козла, он причинил нам много зла. Так, сменить цель, отклонение, так, понятно. Я ни хрена ему ножом шею перерезал, он еще подложив. Да ладно, мы почти на месте. А, это мой. Все понятно. Он не едет, понятненько. Ага. А, подожди, а где мой байк? Ты охренел, что ли? Где мой байк? На чем я должен ехать? А, я должен ехать сзади тебя, твою мать. Я вспомнил, да? Ага, прошу прощения. Господи, серость, унылость. Господи. Примерно так оно в жизни и все происходит. Серость, дождь, унылость. А, да. Мы подъезжаем к старому блокпосту Неро. Мало уже почти красивых моментов. Во всей нашей. Вот это, кстати, прикольный транспортер, который пробивает днище, нахрен и увозит машины. Дай-ка вот этот, который сзади. Да, я в Корее такой видел. Дробовичок. Мужичок, чок-чок, дробовичок, чок-чок. Да уж, не слабо они здесь и копались. Ну и много им это дало. По мне, так лучше в гробу лежать вместе с первопроходцами. Ну да. Ну ты глянь, а. Какие же все-таки тупорылые. Ну о чем думали-то? Мистер федерал. Не знаю, батарейка будет работать долго или нет. Хреново подыхать в такой душегубке. Смотрим, что. Какую-то хрень взяли. Понятия не имею, конечно, но. Там можно было бы. В кабине, я уверен, забрать у дальнобойщиков-то есть всегда что брать. Что, чуешь? Ах ты. Вон там. Поехали отсюда.
Погоди, сколько у тебя молотовых осталось? Слушай, давай на обратном пути. Не. Черта с два. Твою мать, да ты... Поджигай! Ну вот, пожалуйста. Кричат. Оружие пачкаешь. Он уже сдох. Ты мне дробовик сломаешь. Ага. Точно. Опять туда намылился. Ты это о чем? Об этом лагере беженцев. Ты как туда соберешься, на тебя сразу находит. Что находит? Ты не виноват в ее смерти. Заткнись. Если бы ты сел в тот вертолет, ты бы погиб вместе с ней. Только и всего. Я сказал, заткнись. Вертолет помер, значит, да? Беру. О, черт. На. Трофей. Где? Не вижу трофея. Ничего нету. Здесь на байке не проехать. Иди в служебный тоннель. Так. Ладно, только свети тогда в эту сторону. Предположим. Так, мы использовали бинт, ладно. Бля, что использовать, что... Господи! На! Вот так. Стерилизатор какой-то взял. Ладно. Да. Пластыри взял. Давай, 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 толкай, 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 толкай. И мы пройдем. Твою же ж мать. Ну извини, я не нарочно. Припасы кончаются. Твою мать, а почему я в рукопашную это не могу бить? Ну-ка, давайте посмотрим, есть ли рукопашная. Так. Фоторежим, параметры. Назначение клавиш. Вправо, влево, бег, приседание, перекат, шаг, прицеливание, смена руки, стрельба. Меню выживания, увеличение кратности скорости. Так, выбор, выбор, выбор. Концентрация, взгляд, так, фонарик, детонатор, бинокль, основное действие, дополнительное действие, так.
Общие команды, команды, меню. Ну, короче, нету ни хрена. Чтобы в рукопашку долбиться. Так, скрыли. Лом. Берем. Где? Берем. Так. Вылечиться мы вылечились. Давай. Ладно. Это мы взяли. Сложновато игрушка, конечно, я скажу сразу. Сложновато. Вот для задротиков это само то, а для обычного люда это сложновато. Карта. Мы где-то здесь, хрен его знает. Сюжет, конечно, сюжет. Еще гнездо. А, да. Ну и вонь. Сколько там молотовых осталось? О, ты последний взорвал. Есть из чего новых набодяжить? Да, есть. Так. Пивная бутылка. Я сейчас, быстро. Вот так. Давай. Навыки. Навыки у меня тоже не разработаны, конечно. Предметы. Припасы бин только. Понятненько. Так, такой смерти никто не заслуживает. Готов? Вот они!
Да, сейчас, секунду. Так, подожди. Вот так примерно все будет выглядеть. Блин, сложновато, да, игрушка. Ну, должна быть интересно. Я подумал насчет того, что ты сказал. Про север. Я к тому, что тебе надо уехать отсюда. Привести мысли в порядок. Давай утром заберем награду и поедем тогда. Ну вот, братан, другой разговор. Мир большой. Я так уверен, что мне здесь можно ездить везде. Ты хотел фрик-шоу? Черт. Прямо киша. Своего же терзает, господи. Нужно больше патронов. Ты что задумал? Походу, мысль хреновая. Ты просто гони прямо насквозь. Собери себе на хвост сколько сможешь, а я, типа, потихонечку зайду следом, найду гараж. Черт. Быстренько откопаю там бензонасос, ты меня подхватишь, и мы валим. Еще подстрелить успею парочку. Ты точно на тот свет хочешь? Я же сказал, не сегодня. Налетай, гады вонючие! Ну вот он я здесь, будет все! Принабил прицел! Так. Долбаные шакалы. Давайте, валить отсюда, засранцы! Вот и не лезьте, и не будет вам проблем. Ну лезь уже! Так. Это что? Давай, 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 давай. Угомонись. Так. Ножка от стула, предположим. Так. Вроде как все взяли.
Давай, выходите. На. Да, стой ты. Так. А откуда вы выползете? Отсюда вы выползете. Что-то не хватает. Кто? Где? Так, ладно. Давай. Давай, вали их. Скала прочности холодного оружия, найденная в ходе путешествия по миру, легко ломается во время сражения. Обращайте внимание на индикатор прочности оружия, если вам отображаются миг... Так, понятно. Я знаю, где набрать, подобрать... Понятненько. Так, в кусках укрыться от врагов, перемещаясь на корточках, чтобы вас не заметили. Понятно. Так, нет. Мне надо... У меня где-то тут ножка от стула должна быть. Так, поджигаем. Так, надо вход поджечь. Подождите. Да. Так, ситуация убежать, если вас... Ага, понятно. Да, твою мать! Ладно, мы не расстраиваемся. Долбаные шакалы. Давайте!
Валить отсюда, засранцы! Давай! Так. Вот и не лезьте, и не будет вам проблем. Спокойной ночи. Еще один трофей. Есть. Завалил. Давай, шакалы. Как тебе? Так, ладушки. Так. Давай, зайдем сюда. Что вы тут выжгли? Понятно, ничего не осталось. Стой. Тряпка. Все, дом выгорел. Выгорел. Я здесь был? Только что. Господи, сейчас вот это надо поджечь, да? Да.
Давай, выскакивай. Вот так. Создали. Да давай быстрее прогорай. Бутылку взяли. Ага, вот. Гостиница наша все теперь. Тряпку есть, чтобы просто ее порвать нахрен. Че имеем? Еще один рассадник зла. Подожди. Сначала глянем, что здесь. Там внутри фургона что-то было вроде. Так, ладно. Теперь здесь уничтожим рассадник зла. Так. Давай. Так, гнездо уничтожило, так. Продолжить. Соседи полыхают, как что и есть там нахрен. Давай. Я слышу, что где-то есть. Само собой. Так. Желтые растения мы собираем. Куда? Куда? Еще цветочек какой-то. Так, биту поменяли, ладно. Так, взяли. Вот, да я еще и медвежатник. Это по выживанию. Вот это добрый, да, в ушек вроде. Открываем.
симулятор. Так, ладно. Все собрали, да? Хорошо. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!